Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатаруваща кипасиндубхевача Патитанам паванебхо вишнавибхьо намо нама Мукам кароти вачалам пангум ланхайтагирим Ят кипатамахам ванди парамананандамадвам Бриндаваи тулсидепой пиявай кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сварасватин Весам Тату Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Ягод Баруна Дейям Садапари Вавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараням Битатихам Панатапала Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада паллавана качанда мани чатая Виспуриджита кимапикабабуду свадарши Пурнаху рагараса сагара сарамурти Сарадхикама и кадакибам караш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта гададхара сивасади Гаура бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Аджануламбита бхужау канука бадато Санкиртанай капитару камалайхатакшо Вишамбару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна батару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Барануси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушчо Падане Лакшмир Ясача Бхакшаси Ясьясте Иде Самбит Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Dhana jivana jauvana rajya sukham nahini to manukshana nasuparam tejo gramma kathasakalam vipalam bhada godruma kanano ranjividum bhaja godruma kanano ranjividum bhaja godruma kanano ranjividum. Gauriya Goshthipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru. Gaudiya Goshthipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru очень часто говорил то, что видеть саду. А чтобы видеть саду, мы не должны зависеть от наших глаз, а мы должны зависеть от наших ушей. Мы должны использовать наши уши, чтобы понять и увидеть подлинного саду. Поскольку те, кто хотят смотреть на саду этими материальными глазами, они не могут понять. Они не могут понять, кто такой саду, кто такой нет. Поскольку внешний вид очень обманчив. И часто такие обусловленные души, они обманываются. И в то время как Шрила Гуркишор Дас Бабаджи Махарадж, находясь на берегу Ганги, и совершая уникальный баджан, никто не понимал, что он вообще саду. Или Вамшивадас Бабаджи Махарадж, Гуркишодас Бабаджи Махарадж, Бхагавандас Бабаджи Махарадж. Никто не понимал, что они подлинную саду. И поэтому Шрила Прабхупад, он говорил нам, что мы должны пытаться использовать наши уши, чтобы видеть саду, а не глаза. А как? Поскольку если вы сможете зависеть от ваших органов слуха, то тогда благодаря его сильной харикатхе трансцендентная шабда брами, она вложит впечатление в ваше сердце, если у вас нет никаких оскорблений и прочего, и тогда вы, несомненно, что-то поймете, вы почувствуете какую-то реакцию внутри вашего сердца. Какие-то люди могут возразить, что Шрила Прабхупад сказал, что мы должны зависеть от наших ушей. И вот через слушание, если мы сможем обрести шабда брахму, трансцендентный звук, то тогда это хорошо. Но обычно люди не запутаны, поскольку они не знают, что такое шабда брахма, что такое материальный звук. И вот люди обычно не понимают даже такой разницы между трансцендентным и материальным звуком. И вот Шрила Прабхупад хотел дать такой совет, то что если кто-то спорит, то что так называемые саду, они могут красиво говорить, то тогда что? И вот какие-то так называемые саду могут красиво говорить, но и кто-то может слушать и наслаждаться их речью, и что тогда случится. И для них наша сиддханта в том, то что те, кто задают такие вопросы, мы на 100% уверены, что у таких людей нету даже каких-то основных знаний о духовном и нет никакого опыта, и поэтому они задают такие вопросы. И вот кто-то может красиво говорить. Я вот знаю какой-то Рамананди Саду с другой сампрадаи, он говорит о Брамаргите, о Гопи-гите, точнее, во Вриндаване. И тысячи людей собираются. Я был молод, я подумал, что все идут туда, и интересно, что там происходит. Что за цирк там, и вот я пошел посмотреть. У меня была вера в Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура, я просто хотел посмотреть на 5 минут, что за цирк там происходит, поскольку тот известен как такой международный саду, не хочу его имя упоминать.
И вот вообще я решил пойти посмотреть, что там происходит, и когда я пришел, там нигде сесть даже не было места, чтобы сесть, и вот я стоя слушал. И вот этот саду вышел на сцену и начал вандану свою возносить. Из гопи-гиты шлоку произнес одну, и после этого я удивлен видеть, как он объясняет. А люди настолько глупы, что не понимали глупости всего происходящего, поскольку Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы сейчас настолько глупы, что... И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что... Что наш ум настолько беспокоен, что всегда ищет то, что нет вот в каком-то одном месте, и стремится это получить. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, то, чего нет, мы настолько глупы, что надеемся обрести что-то от того источника, где этого нет. И в этом наша глупость. И вот я пришел, мне было неудобно. И в чем же определение Джива Госвами Пада или Вишванатха Чакраварти Пада, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад. И вот эти тысячи людей ходили, смотрели на этот цирк и теряли свое время. И потом про одного товарища говорили, что он великий спикер Бхагаватам. И вот я однажды тоже решил зайти посмотреть, что там происходит. И вот я пошел и услышал, что после того, как Бхагавад-гита закончилась, этот человек предложил плоды этой Бхагавад-гиты лотосным стопам Катая Нидеви. И вот я понял, в чем дело, настолько глуп этот спикер, даже какой-то основной сиддхант он не знает, а во Вриндаване один из самых знаменитых спикеров. Даже люди с Гауди Сампрадайи ходят, поскольку он иногда шикшаштики говорит, и вот какие-то глупцы, увидев это, ходят, но он целиком и полностью против Гауди Матха. Он никогда не говорил ни о какой философии Гауди Матха, ничего никогда, что говорить о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуре. У них аллергия на Гауди Матх и на Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура. А кто слушает? И то чувство, если у него нет этого чувства, как он может его дать нам, как это возможно? Как мы можем ожидать получить то, что нет? И вот он предлагал плоды Бхагавад-гиты лотосным стопам Катаи. Я был удивлен, как это возможно. Бхагавад-гита, если он даже каких-то основных вещей не знает, он не знает, что Бхагавад-гита, Хари-гита и Хари, они не отличны друг от друга. Верховный Господь Хари и Хари-гита, они не отличны друг от друга. И поэтому в Гопи-гите такие слова. И вот кто-то может возразить, если кто-то красиво говорит, то какие-то слушатели могут радоваться слышать эти лекции. И я могу сказать, что в этом случае никакого духовного понимания у такого человека нет, который так говорит, поскольку если мы слушаем из подлинного источника, это моя просьба, проверьте это в своей жизни, если мы будем слушать Харикатху из подлинного источника, из настоящего, то, что хотел сказать Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура. Изначальный источник значит, что тот садху, у кого есть прямое осознание, у кого есть связь с тем трансдуховным миром, и чья речь, она исходит из того трансцендентного мира и приходит к вам.
и это зовется апракрита шабда брамы. А если кто-то научился красиво говорить, то это совершенно другое. И такие люди, несмотря на то, что они красиво говорят, часто происходит, что они постоянно совершают ошибки в сиддханте, и тогда можно понять, что этот человек глупец. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать, дать такой совет, что мы всегда должны зависеть от наших ушей, чтобы услышать шабда брамы, если происходит где-то харикатха. Не пытайтесь видеть саду вашим материальным зрением, иначе вы будете обмануты. Будьте очень осторожны относительно этого. И вот это был совет Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура. И вот Шрила Прабхупад всегда говорил, то, что в нашей жизни, мы должны поддерживать непрерывный поток Бхактивинода-дары. Мы должны пытаться вот, поддерживать непрерывный поток Бхактивинода-дары в нашей ежедневной жизни в Бхаджана. Каждую часть секунды мы должны иметь связь с Бхактивинода-дарой. И вот Шрила Прабхупада дал такое наставление, то что пожалуйста, пожалуйста, пытайтесь понять разницу, основную разницу между Бхактивинода-дарой и то, что не является ею. Эмоции — это не преданность, я много раз говорил об этом. Иногда мы очень эмоциональны и думаем на основе эмоций, но эмоции — это не devotion, это не преданность. Преданность — это естественное состояние нашей души. Когда эта харикатха шабда брама задевает наше сердце, то автоматически. Вчера я говорил Шринивасу Ачарье, когда он объяснял Расалилу, вот этот Панчадьяй с Расалилой, то все плакали всем сердцем, поскольку это задевало, трогало их сердце, а предыдущий спикер, кто был на Вьясасане в предыдущий день, он был какой-то материалист, он стремился к каким-то деньгам, пожертвованиям, славе, только к этому. И также я говорил о Дживи Госвами. Вчера времени было мало, я не смог рассказать о его славе. Это очень обширная тема об Ачинте Абеда, Абеда Татве и прочих вещах. И кто-то жалуется, что Джива Госвами Пад не находится в наставнической линии Рупы Санатаны Госвами. Кто смеет так говорить? И вот кто-то говорит, что Джива Госвами Пад не находится в послушании Рупы Санатаны. Но это совершенно не так. Поскольку, смотрите, любое количество шастр, вот в этой шлоке говорится, что наше сердце, наш ум очень слаб. И чтобы понять все шастры, мы должны зависеть от Шрилы Бхактивинода Такура. Можно вспомнить в Сара Госвами Аштаке. Nana sastra vicharo naiko nikuno sadharma sanstabhu lokana mahita karino tibhuvane manyo saranna karu. И вот, вот Махарадж повторил эту шлоку, и там такие слова. Это применимо к шести госвами, и вот эти шесть госвами, для них эта шлока применима. Шринивас Ачарья написал ее. Но также эту шлоку можно рассматривать по отношению к седьмому госвами Шриле Бхактивинода Такура на 100%, без всяких сомнений, без всяких сомнений. Мы можем использовать это описание Госвами по отношению к Шриле Бхактивинода Такура.
И вот он, седьмой Госвами. Вот шесть Госвами и потом они написали так много книг, но мы, у нас нет силы понять их глубокую философию, особенно это очень и очень глубокая философия. Обычные люди, что говорить об обычных людях? Даже наша Гурвага говорит, что если бы Бхактина Такур не явился, я слышал от Гурваги, что если бы Шрила Бхактина Такур не явился в этом материальном мире, то тогда кто понял бы? И помог понять нам эту глубокую Сиддханту Госвами. Много сахаджиев пытаются заявлять, что они пандиты, но объясняют все совершенно неправильно. И мы очень удачливы, что Гауранга Махапрабху послал своих личных спутников Шрилу Бхактивинода Такура в этот мир. И мы можем изучать наследие и слова Шрилы Бхактивинода Такура. Это суть всех книг, которые написали все Госвами. И Шрила Бхактивинода Такура по своей милости, он был очень могуществен. И вот по его милости мы получаем суть в писании всех Госвами. Мы очень удачливы, иначе кто мог бы это сделать? Сейчас нет такой великой личности, кто мог бы осознать это. Что говорить еще с начала до конца? Весь Гаудия Бхаджан, особенно Гаудия Матх Бхаджан, Шри Гаудия Матх Бхаджан, с самого начала до конца Гаудия Матх Бхаджан, значит Рагануга, Рупануга Бхаджан. И вот он с самого начала до конца, с утра, когда мы просыпаемся, до поздней ночи, все это Шрила Саччидананда Бхактивинода Такура. И без Бхактивинода Такура мы не можем понять ничего. И поэтому Шрила Прабхупада был вынужден сказать, что Шрила Саччидананда Бхактивинода Такура дал нам все. И из-за недостатка нашей искренности мы не можем все это принять, даже получив такую огромную помощь от Шрилы Бхактивинода Такура. И вот полностью, с начала до конца, Шрила Прабхупад говорит, все дано Шрилы Саччидананды Бхактивинода Такуром. Шрила Прабхупад говорит об этом. Мы обрели все от Шрилы Бхактивинода Такура. Единственное, что нам нужно сделать, это вырастить свою искренность, следовать ему достойным образом, и тогда мы получим все. Какие-то обычные люди не поняли его, у них даже смирения не было. Но я уже говорил, что если количество людей увеличивается, то тогда нужно беспокоиться. Почему? Поскольку если нет человечности, то как можно сказать, что человеки рождаются? Если количество людей увеличивается в лесу, то нам не нужно беспокоиться ни о чем. А если количество людей, так называемых людей, увеличивается, то нам нужно побеспокоиться об этом, поскольку если нет человечности, то как мы можем говорить про такое существо, что он человек? Шрила Бхактивинода Такура говорит, что если нет человеческих качеств, то Сидданте. И вот Шрила Бхактивинода Такура часто говорил вот об этих словах в Джавадхарме, в Чайтанья Шикшамрите, в киртанах Махапрабху. И Шрила Бхактивинода Такура, он пишет много о том, что каждую часть секунды, вот Шрила Бхактивинода Такура каждую часть секунды хотел посвятить ради служения Шримана Махапрабху, Гауранге Махапрабху. Это его жизнь. Если я начну говорить,
что Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур принял рождение рядом с Кришнанагаром. И что толку, если я буду просто говорить? Но мы заинтересованы в его Вани Сварупе. И вот Шрила Бхактивинода Сачитананда Тхакур явил лилу рождения в Улабирнагаре, Бирнагар. И там в школу он в Кришнанагаре входил, в Гуари-базаре. И вот с самого детства он был очень разумен. И вот он знал очень много книг и писаний уже в детстве. И что говорить о нем лучше? Я думаю, что лучше говорить о его учении. Это более эффективно, поскольку обычные люди, они заняты историей, аллегорией и путаются, они не понимают, что Шрила Бхактивинода Тхакур — вечный спутник Гауранги Махапрабху. Несколько дней назад я смотрел, книгу, написанную одним так называемым Махараджем, и вот он пишет, что Бхактивинода Тхакур был майявади раньше. Я был разозлен, хотел ударить этого так называемого саньяси, что он несет. Иногда какие-то махаджаны являют такую лилу, и поэтому, если мы будем говорить о Шриле Бхактивинода Тхакуре, его жизни, кто-то может превратно понять, как Шривасачарья, когда он находился в Бхагават-сабхе, то Деванада Пандит, он объяснял Бхагаватам, а Шривасачарья плакал, слушая Бхагаватам, и Шривас-пандита этого выкинули с собрания на улицу. Это большое оскорбление было, и поэтому обычные люди не понимают. Они, как правило, очень глупы, что они не понимают многих вещей, и поэтому Шрила Прабхупад и наша Гурварга, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они все говорят, если мы пытаемся понять Вани Сварупу Бхактивинода Тхакура, это более чем достаточно. Если кто-то спрашивает меня, о Махарадж, видели ли вы Шрилу Бхактивинода Тхакура, то я, с одной стороны, не видел, а с другой стороны, не могу сказать, что видел. То есть я не могу сказать, что я и видел, и то, что не видел, поскольку два ответа будут неправильных. И в то же самое время, если по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады и Гурварги, если вообще какое-то впечатление придет внутри моего сердца о его Ване Сварупе, может, не полностью, я не буду говорить так, я не хочу гордиться тем, что я видел, нет, но если я скажу, что я не видел, тоже неправильно. Тогда получается, что Шрила Прабхупад и наши Гурварга, они неправильно представили его Ване Сварупу, хотя они все время говорят о нем. То есть, если я скажу, что я не видел Бхактивинода Тхакура, то значит, что я не смог воспринять это, или Гурварга не смогла показать мне. И поэтому, если кто-то спрашивает, видел ли я Шрилу Прабхупаду, Кешава Госвами Махараджа, Шридхара Махараджа, мы два раза должны подумать перед тем, как отвечать. Если Вани Сварупа дарует нам полную милость, то тогда не могут и... Мы можем получить впечатление об этом Махаджане, об его сиданте, это более практично. И поэтому онтологический и морфологический аспект, если мы, к сожалению, всегда заняты какой-то этой материальной формой. Но смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакур, он трансцендентен. И смотрите, он родился в очень знаменитой семье. Но когда Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура родился, то эта семья, она
очень обеднело очень. Они все богатство потеряли вот так. Иначе он с очень знаменитой, богатой семьей был, как Джива Госвами Пад. Что говорить? Но когда Бхактивинода Тхакур родился, явился в этом мире, в Бирнагаре, в Уле, то состояние этой семьи было плохо. И вот отец его умер, а Бхактивинода Тхакур с Калькутты переехал со своей матерью. И еще хочу сказать, чтобы вы поняли, каков характер и поведение Нитья Паршада. Поскольку те, кто Нитья Паршады, вечные спутники, их речь, их слова, все, что они делают, это полностью уникально. Если вы не материалисты, то вы почувствуете что-то. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур отправился туда, и там он образование свое продолжил, так или иначе, и после этого я вынужден сказать, что в виде Сагара Махашой, после Панини, и вот Панини написал Вьякарон, эту санскритскую грамматику, это Вьякарон Панини, настолько большая книга, огромное, зависа Шабдану Шасанам, Анушасанам, правила, предписания и прочие, это, прочая вся санскритская грамматика. И вот Панини узнал это от Шанкара Бхагавана. А Шанкара Бхагаван, когда он совершал баджан Шанкара Бхагавану, и вот этот Панини, он совершал аскезы в честь Шанкара Бхагавана, совершал такие тапаси. И вот Шанкара Бхагаван был вынужден явиться перед ним, и после того, как тот ушел и исчез, то тот играл на своем этом инструменте, на барабане Шанкара. И вот он играл таким образом, что звук, он давал формулы грамматики. И Панини, по милости Шанкара, смог осознать, что вот он играет этим, на этом барабане таким образом, и через этот звук Панини смог осознать все формулы санскритской грамматики, и потом это все выразил в различных этих книгах. И потом Патанджали, другие риши, они упростили это, они тоже хотели комментарии написать как-то, чтобы упростить, поскольку слишком сложно, запутано было. И после этого Видьясагара Махарадж, это где-то последние 200 лет было примерно, в то время эволюция произошла. После того, как Гуранга Махапрабху ушел, был особый период, и потом лет 200-250 была тьма. Если Чайтанья Махапрабху не послал бы Бхактивинода Тхакура, то тогда не было бы никого, кто мог объяснить, что такое настоящий баджан, что такое обман. Никто не мог пока объяснять, что под именем баджана кто-то просто обманывает людей. И только мы очень и очень удачливы, но в то же самое время и неудачливы, что не можем следовать Шриле Бхактивинода Тхакурам достойным образом, под руководством тех саду, кто сами по-настоящему следуют Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру. И в этом наша неудача. И вот без Шриле Прабхупады и Бхактивинода Тхакуру не было бы никакой возможности понять, что такое Гаудия Баджан, поскольку под именем Гаудия Баджана происходила всякая ерунда. И вот это время, оно было полно тьмы. И потом как какие-то
spiritual personality, but still, in material ground, I would say, they important. In material ground. И потом какие-то ученые, как видя Сагар, Бахимчандру, Упадьяи и прочие, и родились в этом мире. И вот видя Сагар, Махасаян был первый, кто пытался упростить это панини в Якарон, поскольку люди, видя эту книгу, они боялись, как ее изучить, такая здоровенная. И вот поэтому видя Сагар, он хотел это упростить. И он это написал эту книгу на основе этой проще и тоньше гораздо. Но суть в чем? Вот Бхактивинода Тхакура научился в там колледже санскритском. Он был ученик Видьясагара Махашая. Тот был этим главным в колледже. Он был человек разумный, но о духовном ничего не знал. Но вот объяснял свое панини в Якарон и... И Шрила Бхактивинода Тхакура, он был лучшим учеником во всем колледже. Он был очень умен и имел великолепную память. И вот Видьясагара Махашая объяснял на своей лекции то, что я не верю в то, что я не вижу. То, что я не вижу, я не верю в это. Это полностью материалистическое представление. Но внешне можно найти. Некоторые люди говорят, что Видьясагара не только океан знания, но океан милости также. Это материалисты говорят, не я. Поскольку он был очень милостив, что помогал всем, хоть деньгами, хоть... Чем мог, тем и помогал. Но я не могу сказать, что это милость, поскольку милость, если Вайшнав может помочь мне обрести сознание Кришны, и если я осознаю мое вечное я, то это есть настоящая дживадоя милость. Но И вот этот Видьясагара Махашая обычно объяснял это панини в Якарон. А Бхактивинода Тхакура учился, был студентом в его аудитории. И вот однажды Видьясагара Махашая сказал, что Верховный Господь Бхагаван безличен, и мы не можем понять его. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакура, он вечный спутник Гауранги Махапрабху, он встал посреди класса и сказал: «О, пандит Махашай, если вы не обидитесь, я хочу спросить у вас, спрашивай, вот вы вот в своей книге, вот вы Удадой называется, а Будадой, как-то так, и вот вы в этой книге пишете, что вы не сможете видеть, вы не верите в это, и вы написали, да, я написал, и вот видели ли вы Верховного Господа, что он безличен? Видели ли вы это? Это ваш практический опыт. И тогда Видьясагара, он был ошарашен, он не мог ничего ответить. Но так или иначе, Видьясагара Махашая был не как Ядавачарья, который хотел убить своего ученика за то, что... А Видьясагара Махашая был честный человек и не духовный, но хороший человек. И он понял, что этот мой ученик, он необычный человек. И с тех пор Видьясагара Махашая, он начал выражать какую-то... как-то помогать студентам, какую-то, как мог, так и помогал, жалость у него какая-то проснулась. И вот он особо он помогал Шрилу Бхактивинода Тхакуру, и не только это, даже однажды
Шрила Бхактивинода Такур говорил, однажды я чувствовал что-то с печенью. И вот Амласун у него был какой-то. И видя Сагар, какая-то болезнь печеночная. И вот видя Сагар, он, когда узнал об этом, что ученик страдает от этой болезни, то он позвал: «Иди сюда, я знаю лекарство». И вот видя Сагар, Махашой сам сделал это лекарство, аюрведическое. И сказал Шрила Бхактивинода Такуру, чтобы тот неделю принимал, и тогда ты полностью исцелишься от этой болезни. И действительно, это помогло. Не только это, в виде Сагара Махасой был настолько сострадателен к... он очень любил Шрилу Бхактивинода Такура. И когда вот у Бхактивинода Такура с деньгами было плохо, в общем, там этот... И потом, когда он получил степень... И вот когда Шрила Бхактивинода Такур окончил этот колледж, то в виде Сагара Махасой он написал рекомендательное письмо в Бхуван в Катак. И там Шрила Бхактивинода Такур, он получил это письмо от Видья Сагара. И, ну, в общем, это рекомендательное письмо написал, чтобы Бхактивинода Такура взяли на работу. Видья Сагар был очень могущественным в то время. Там в это время была Индия английской колонии, и англичане очень уважали Видья Сагара. И впоследствии можно узнать, что эти местные губернаторы английские, они тоже очень уважали Бхактивинода Такура. И вот впоследствии Бхактивинода Такура получил работу в Орисе, потом в Пуре. И в то время он уже открыл свое такое чувство преданности. И там Шрила Бхактивинода Такур, он был назначен главным этим губернатором, в общем. И вот он мог сделать то, что местное английское правительство не смогло сделать. Я, в частности, еще Бишкишина поймал, такой был йоги местный. Очень такой, как сказать, плохой йоги. И Бхактивинода Такур, он страдал от этого, поскольку тот проклял его. Тот пообещал, что сделает все, чтобы его семья вся померла, и он сам умер, и вот этот йог йогической силой пытался как-то воздействовать на Бхактивинода Такура. У них какая-то лихорадка началась, но все же Шрила Бхактивинода Такур, он был не... Он довел дело до конца, этого йога арестовали, в тюрьму посадили, и там помер вскоре он. И вот Шрила Бхактивинода Такур, он стал очень знаменит, поскольку он очень могуществен был, и очень ученый, разумен. И вот Шрила Бхактивинода Такур обсуждал впоследствии бхакти-татву в особом месте внутри храма Джаганнатха. Там есть одно место, где отпечатки стоп Махапрабху Падапит, и там Шрила Бхактивинода Такура обсуждал Бхагават-татву, Бхакти-татву каждый день вечером. И сейчас, если вы можете пойти в храм Джаганнатха, вы можете обнаружить там какие-то преданные сарисы. Они приходят, совершают киртан. Харикатхи там не происходит, но киртан, по крайней мере, поют. А в то время
Шрила Бхактивинода Такур. Он был этим, ну, губернатором, заодно заведовал храмом Джаганнатха. В то время много было изменений, правил, предписаний новых, и Шрила Бхактивинода Такур каждый день, когда он там воспевал киртан и совершал харикатху, там кто-то приходил каждый день. А кто-то приходил и угощал Бхактивинода Такура сладким далом. И вот мой Гуру Махарадж, это его любимое блюдо, и я тоже его люблю. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорил, не знаю почему, но всегда кто-то приходил и угощал меня сладким далом каждый день. Это по воле Джаганнатха все происходило. И вот Шрила Бхактивинода Такура написывал свое чувство в своих книгах, и вот потом Шрила Бхактивинода Такура вернулся сюда, и много причин было, и потом Бхактивинода Такура вернулся в Бенгал, Шрила Прабхупада родился в Орисе, мы знаем, в Пуре. И потом, когда Шрила Бхактивинода Такура на пенсию вышел, он вернулся в, рядом со Сваргадваром, с Харидас Такуром Самадхи, он дом построил, и там совершал баджан, и Шрила Прабхупад Бимала Прасад в то время также был там. И мы очень удачливы, то что Гуранга Махапрабху, он послал Шрилу Бхактивинода Такура помочь нам, иначе никто не мог понять значение Гаудия Баджана, суть Гаудия Баджана, поскольку Шрила Прабхупад с трансцендентной, он выражал, Шрила Прабхупад, он выражал свое горечь, то, что все говорят, что Шрила Бхактивинода Такур, он был очень либерален, а я очень строг, и вот кто-то говорит, что Шрила Бхактивинода Такур позволял все сахаджийские киртаны, вы тут все запрещаете. И Шрила Прабхупад, он ответил, вы не видели Шрилу Бхактивинода Такура. Вы не видели Шрилу Бхактивинода Такура. Что говорить о его сиддханте? На самом деле Шрила Бхактивинода Такура никогда не позволял никаким сахаджиям, ну как мы что-то видели. Шантипура приглашал каких-то киртани, Ганеш киртани, они тут пели, нет, это игра была у них такая. Шрила Бхактивинода Такур, он звал их, и он сидел, повторял харинам, и те, кто приходили, могли получить даршан Шрила Бхактивинода Такура. И вот через его Вани Сварупу можно найти, и вот во всей его жизни Шрила Бхактивинода Такур, он никогда не шел ни на какие компромиссы с сахаджиями. Это можно найти в его книгах, никогда такого не происходило. Он никогда не шел ни на какие компромиссы. Однажды Шрила Бхактивинода Такур был в Кришнанагаре. И вот там был этот Банким Чандра. Кришнанагар to take charge, portfolio changing. И вот они, в общем, менялись этими местами. Тот в Кришнанагар переезжал, там работал каким-то, не губернатором, но что-то такое, похожая должность. И вот они вместе находились, и Бхактивинода Такур хотел объяснить, что если вы хотите Гиту так объяснять, это плохо. Если вы хотите понять процедуру и комментарии Вишванатха, Чакраварти и прочих, то но этот человек был очень горд и не принял ничего, не был готов принять что-либо. И мы очень горды говорить то, что если вообще Шрила Бхактивинода Такура был бы заинтересован
стать материальным писателем или поэтом, то никто не мог бы сравниться с ним, ни Рабинанат Тагор, ни Бхактин Чандра. Если бы вообще Шрила Бхактивинода Тагор, он хотел бы стать материальным поэтом или каким-то философом, как писателем, то никто бы не мог сравниться с ним. Но Шрила Бхактивинода Тагор никогда не стремился к имени, славе, почету. И вот, если кто-то говорит так, что Шрила Бхактивинода Тагор более либерален, чем Шрила Прабхупад, но Шрила Прабхупад говорил, что вы никогда не видели лотосные стопы Бхактивинода Тагора за всю свою жизнь. Шрила Бхактивинода Тагор никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем. Он был очень и очень строг, и через свои поэмы можно видеть, через его книги все это видно. Если мы не понимаем писаний книг Госвами, Сад Сандапу, Расамрита Синдху и потом Хари Бхакти Виласу, но Бхактивинода Тагор, он прочел их и изложил кратко и понятно. И вот он написал Джавадарму. Если кто-то следует Джавадарме на 100%, он может понять ту ситуацию, которая была в то время, и потом, что такое баджан, как совершать баджан, что такое горанга баджан, как продвигаться вверх. Он перечислял всех сахаджи и потом привел эссенцию, суть из Уджала Ниламани Хари Бхакти Вилас. И это все в практической форме можно найти в Джавадарме, Чайтанья Шикшамрите, Махапрабху Шикше. Так много киртанов написал Шрила Бхактивинода Тагор. Если мы сможем понять Вани Сварупу Шрилы Сачитананды Бхактивинода Тагора, то это более практично, я думаю, поскольку материалисты, у них есть материальные представления, они не могут понять. Они не могут понять значение Шрилы Бхактивинода Тагора. Бхактивинода Тагор, он был седьмым госвами, это не шутки. После шести госвами он был единственным человеком, кто смог осознать все сандарбхи, все писания Госвами, и он был успешен в том, чтобы представить это нам. Не только это, я также скажу, что Шрила Сачитананда Бхактивинода Тагор, он был первым, кто начал проповедовать читание Шикшу. Он был первым человеком, кто начал проповедовать, распространять учение Шримана Махапрабху на различных языках. Шрила Бхактивинода Тагор говорил на бенгали, хинди, английском, урду, санскрите и прочих языках. Он был первым, кто начал распространять учение Махапрабху на Западе. И вот он был пионером, кто начал распространять учение Махапрабху на различных языках. И мы вечно благодарны, мы не можем отплатить за его вклад. И поэтому наша Гурварга, они пишут. И вот наша Гурварга показывает нам значение Шрилы Бхактивинода Тагора. Кто такой Бхактивинода Тагор? Гуру Паршад. И вот о Бхактивинода Тагоре есть такой стих: Гуру Дам, Грандха Дам, Гора Дама Дам, Нама Дам Мода, Бхакти Дам, Бури Дам Ванде, Бхактивинода Кам Сада. Гуру Дам, Грандха Дам. И вот это значит Гуру Дам. Today is a special day.
Сегодня особый день, день явления Шрилы Бхактивинода Тхакура. Мы очень счастливы обсуждать его деяния. Если мы можем принять в нашей жизни учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, тогда мы, несомненно, получим милость Гуранги Махапрабху. И нет сомнений в этом. И вот Гурудам Грандхадам, значит, по просьбе Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад Бимала Прасад Сарасвати явился в этом материальном мире, о ком в Падмапуране сказано, о Шриле Прабхупаде уже сказано в Падмапуране, вот Юткале Пурушоттама, Уткале. И в эту Кали-югу. Now this time one Mahapurush, one Jagadish person, big, you know, partial of Bhagavan. Один Махапуруш, велика личность, спутник Бхагавана, он явится в Пурушоттам Кшетре, в Джаганат Кшетре, и оттуда чистая бхакти будет распространена по всему миру. И действительно так, Шрила Прабхупад явился в Пурушоттам Кшетре, получил полную милость Джаганатха, его имя было Бимала Прасад Сарасвати, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура, он просто понял и опознал то, что этот Бимала Прасад, он необычный человек, он Шакти Бхагавана Джаганатха. И поэтому он назвал его Бимала Прасад Сарасвати. И вот и поэтому он назвал его в честь Бимала Деви Чит Шакти. И вот наша ошибка в том, что мы не понимаем этого, но Шрила Бхактивинода Тхакура, он все понимал много раз. Шрила Бхактивинода Тхакура, он замечание такое делал, что Бимала Прасад, он необычный человек. Он вечный спутник Гауранги. И в то же самое время Шрила Прабхупад также осознал, что Бхактивинода Тхакура, он необычный человек, он Шакти Кришны. И вот они поняли, кто они есть, поняли друг друга. Но обычные люди, особенно те, кто против Гуру Вайшнава выступали, они выступают против и были всегда против, что же они поймут. И вот о Шриле Бхактивинода Тхакуре наш Гурванга говорит то, что Шрила Бхактивинода Тхакура дал нам книги Гаудия Даршан, очень таком простом виде, чтобы обычные люди могли понять. И также по просьбе Шрилы Бхактивинода Тхакура Шрила Прабхупад явился в Джагнат Кшетри, в Пурушоттам Кшетри, и по просьбе Бхактивинода Тхакура Шрила Прабхупад снизошел в этот мир. И вот поэтому Гурудам, по милости Бхактивинода Тхакура, мы обрели Гуру Шрилу Прабхупаду. В чем разница между Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Тхакуром? Разницы нет. Единственное, оборвалось, секундочку. И вот единственная разница в том, что Шрила Бхактивинода Тхакура хотел сказать в своей жизни. Шрила Прабхупад в практической форме он показал нам, что Шрила Бхактивинода Тхакура никогда не говорил то, что мы не находим в книгах и словах Шрилы Бхактивинода Тхакура. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорил всю жизнь, что говорил Шрила Прабхупад, какая харикатху давал, что писал. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорит, что это все
по желанию Шилы Бхактивинода Такура. Все это, все, каждое предложение, каждое слово он писал для того, чтобы Шрила Бхактивинода Такура был доволен. Он практически объяснил и в практической форме воплотил все идеи и желания Шрилы Бхактивинода Такура. То, что сказал Шрила Бхактивинода Такура, в практической форме можно найти в жизни Ачарьи Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Даже когда в последний момент, когда Шрила Бхактивинода Такура был болен, он сказал ему, чтобы тот ехал в Балигай, это отдельная тема. И вот Шрила Прабхупада поехал в этот Балигай, чтобы найти решение вот спора превосходстве вайшнавов над браманами. И это произошло по милости Бхактивинода Такура. И вот по его же милости мы обрели Шрилу Прабхупаду. Без Прабхупады мы слепы. Без Бхактивинода Такура мы ничего не знаем, мы просто слепы. И после этого говорится, что Гуру Дам Грантхадам Шрила Бхактивинода Такура написал много книг. Даже не знаю некоторых названий даже, поскольку очень много книг он написал за свою жизнь. И также я хочу сказать, что по милости Шрилы Бхактивинода Такура, когда Шрила Санта Госвами Махарадж дал указание мне в своем письме, ты должен совершать сампрадайк севу. Вот он написал мне, я думал, как это? У меня ни копейки денег нет, живу в Вриндаване на Сурья Кунде. Но по милости Гурварги я вернулся в Майпур и здесь, в Бенгалии, на Гандруме. И вот по милости Шрилы Бхактивинода Такура и Гуру Махараджа я вынужден был... Я написал книгу, первую книгу «Чатрадер Бхактивинод». И вот когда я вернулся в город Даму, это была первая книга, которую я опубликовал. Я взял эту старую книгу, которая была опубликована почти 100 лет назад. И я отправился в Калну, в Шрипад моего Гурудева, взял эту книгу, поскольку это было желание Гуру Махараджа, и опубликовал эту книгу. Это была первая публикация, и потом все научные статьи Бхактивинода Такура мы вот переводим на английский, уже много переведено, и вскоре их тоже опубликуем. И моя просьба – изучайте его наследие, чтобы понять, что есть что. Иначе всю жизнь мы можем, не можем понять, что есть настоящий баджан. И по милости Шрилы Бхактивинода Такура мы обрели Шрилу Прабхупаду. Мы столько книг обрели, не только это. Также Нама Сварупа, когда Шрила Бхактивинода Такура отправился в Таракешвар по работе. Это там, где Садашив Таракешвар Махадев в Хугли. И там ночью Шанкар Бхагаван, он пришел к нему во сне и сказал, что: «О, Кедарнатх, ты собираешься во Вриндаван отправиться, чтобы совершать баджан, здесь сокровенный Вриндаван, кто же здесь будет служить? Зачем ты уезжаешь во Вриндаван? Нет, ты должен совершать служение здесь». И тогда по милости Шанкара Бхагавана, по его указанию, Шрила Бхактивинода Такура решил: «Хорошо, я остаюсь». Но раньше он собирался во Вриндаван, на Радакунду уехать, и там рядом с Лалита Сакья Кунджи, и там Суканда Кунджа, там есть вот ашрам Бхактивинода Такура, он там собирался совершать баджан и оставить тело, но по указанию Шанкар Бхагаван он изменил свое решение, и он был очень активен в то время. А почему мы говорим, что Шрила Бхактивинода Такура седьмой Госвами? Почему? Есть причины за этим. Он много книг написал.
И не только это, также он начал, он проявил сокровище Нади, это место лил Гуранги Махапрабху, где какие лилы происходили в то время. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он решил опубликовать карту. И вот с помощью был там хантер один, англичанин. И вот они с его помощью все исследовали и искали, искали. И после этого Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал «Навадвип Дхаммахатмью» и еще какую-то книгу «Читта-Навадвип». То, что, каково положение Навадвипа было, где Ганга протекала, где Сарасвати, и все, и поскольку это меняется их русло, и Бхактивинода Тхакур, он все это выяснил, и из этой книги можно все узнать, особенно Навадвип Парикрамаканда, все остальное. И вот Бхактивинода Тхакур пишет, в Навадвип еще написал Навадвип Дхамма Тарангу, так много книг. И если мы будем читать всю жизнь, то мы не сможем их все прочесть, настолько много их. И каждая часть секунды в его жизни была посвящена служению Гуранге Махапрабху, не только это. Бхактивинода Тхакур, он был первым, кто пытался обнаружить подлинное место явления Гуранге Махапрабху, мы уже знаем. Наде Пракаш, это его титул. Он обнаружил, где какие лилы происходили, что, где, когда. И Бхактивинода Тхакур в то время, когда он ушел на пенсию, он в Сурабхикунджи поселился. И там Бхактивинода Тхакур начал совершать свой баджан. И Бхактивинода Тхакур обычно вечером повторял харинам, когда все спали. Бхактивинода Тхакур совершал баджан всю ночь. И вот там на берегу Сарасвати была его Сурабхи Кунджа, и вот он видел ночью, что там какой-то трансцендентный свет, огромный свет, огромная сила, откуда там вроде лес, а ничего нету, откуда этот свет. И вот утром Шрила Бхактивинода Тхакур пошел туда, ничего не было. И вот каждый день он замечал, что свет откуда-то исходит. И он ходил, искал, и спрашивал местных. И вот там мусульмане какие-то жили. Они говорят: «О, Бабу, на самом деле мы тут пытаемся эти овощи различные выращивать, но одни тулысы растут». И вот Бхактивинода Тхакур узнал этого пожилого мусульманина. И вот они говорят то, что здесь никто ничего не может выращивать, одни тулысы. И после этого, по милости Радхарани и Кришны, по милости Гуранги Махапрабху, Джаганнадас Бабаджи Махарадж из Сурикунды пришел. И вот он на Сурикунде совершал баджан, и потом, по милости Гуранги, он решил посетить Городаму в последний момент своей жизни. И вот когда он пришел, он совершал баджан какое-то время, и Джаганнадас Бабаджи Махарадж и вот они пересекли реку Ганги и пошли вот на йога-питх, и там Джаганнадас Бабаджи Махарадж выпрыгнул из своей корзины и начал танцевать, обуреваемый экстатическим чувством. И Бхактивинода Тхакур увидел это, он был впечатлен, что так молодые люди не могут так танцевать и высоко прыгать. А тут он прыгает, хотя ему 125 лет уже. И после этого
Шрила Джаганнатас Бабаджи Махарадж, он подтвердил, что это место, то самое место, где Гауранга Махапрабху явился. Не только это, также когда по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура, когда копали яму для фундамента Йогапитха, то там внутри Адхокшаджа Виграху нашли. И Шрила Прабхупад, он показал, он подтвердил, что это Адхокшаджа Вишну Виграха, ей изначально поклонился Джагнат Мишчара и Шачима, и действительно так. И после того, как они выкопали яму для фундамента, и вот эти рабочие, они увидели Вишну Виграху, и Шрила Прабхупад подтвердил, что это та самая Виграха, которой поклонялся Джагнат Мишра и Шачима. И Махапрабху, он предлагал подношение ей. Махапрабху, он никогда не пытался есть ничего, что не было бы предложено Верховному Господу. Вот Шачимата готовила, или Вишнупри иногда готовила, а Гауранга Махапрабху предлагал. Стулоси, и потом кто приходил, всех угощали. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он был пионер. Кто? Пионер в Гауди Сарасват обществе. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он обнаружил даму, какие лилы. Вот он делал то же самое, что и Госвами. Махапрабху дал указание Рупи Санатани, чтобы они пошли и обнаружили, где какие лилы происходили. И Шрила Бхактивинода Тхакура делал то же самое. Если вы изучите Навадвип Бава Тарангу, Навадвип Дама Парикрама Канду, то там вы увидите, что это самое, то же самое делал Шрила Бхактивинода Тхакура. Он своим духовным видением, он видел, сконсультировался с шастрами и обнаруживал, где конкретно какая лила проходила, и он это описывал. И вот шесть госвами — это не ложная философия. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он седьмой госвами — это действительно так. Если вы изучите его книги, его действия, его наставления, его жизнь, то он делал все для того, чтобы Гауранга Махапрабху был доволен, что не сделано с Шрилой Бхактивинодой Тхакуром. Он делал все для полного удовлетворения Гауранги Махапрабху. Скажите, что он не сделал, он сделал все. И мы сейчас, благодаря ему, находимся в таком положении, но в то же самое время мы неудачливы, что день за днем выражаем желание избегать Шрилы Бхактивинода Тхакура и его учения. И в этом наша неудача. На самом деле мы... Но в начале всего Шрила Бхактивинода Тхакура через свои эти письма, книги, статьи Шаранагати. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура хотел дать нам идею о том, что жизнь нестабильна, она очень кратка, и поэтому мы должны пытаться обрести духовное сокровище, которое Махапрабху оставил нам. Но кто уделяет внимание его словам? К сожалению, сейчас можно видеть, что далеко не все изучают его наследие, а он написал даже больше книг, больше киртанов, чем Нарутам Тако. И вот на берегу Ямуны Шрила Бхактивинода Тхакура он описывает свое собственное чувство, и в то время много вещей. И Харинам Чинтамани Татва Вивек Джава Дарма Даша Мула Татва, что не написано Шрила Бхактивинода Тхакура. Все дано им. Если вы будете изучать Харинама Чинтамани, то вы
увидите четкое представление о нам баджане, о нам сварупе, но мы глупые, не видим этого. Бхактивинод Тхакур написал так много киртанов, и через киртаны Шрилы Бхактивинод Тхакур он дает нам указания, он показывает свою бхаву. И вот этот киртан, написанный Шрилой Бхактивинодом Тхакуром, он очень прекрасен. И вот если мы, у нас будет только книга киртанов Шрилы Бхактивинодом Тхакура, то я на 100% заявляю вам, что мы будем следовать только киртанам и петь их, то мы обретем Рупануга Баджан Ситхи. Это наверняка какие-то глупые люди не понимают этого. Они не заинтересованы в бхаве, в чувстве Шрилы Бхактивинодом Тхакура. Бхактивинод Тхакур уже явил свою бхаву в различных киртанах. Иногда он говорил в последний момент жизни. И вот Бхактивинод Тхакур с полным смирением выражал такое чувство, что что он бесполезная служанка Лалиты Сакхи Винод. И вот Шрила Бхактивинод Тхакур говорил о себе так, что он Камала Манджари. Кто мог осознать, что Годрум Дама это Нанда Грам? Кто мог осознать это? Где Говардхан, где Радакунда? Кто мог осознать это без помощи Шрилы Бхактивинод Тхакура? Никто не мог этого сделать. Даже Горкишоудас Бабаджи Махарадж, очень могущественный саду. Иногда он приходил к Шриле Бхактивинод Тхакуру, чтобы обрести бхакти. Смотрите, Горкишоудас Бабаджи Махарадж, он тоже вечный спутник Махапрабху, и он приходил, чтобы обрести бхакти от Шрилы Бхактивинод Тхакура, чтобы слушать Харикатху. И вот те, кто вечные спутники, они могут понять, узнать друг друга. Однажды наша Бхагаватима, мать Шрилы Прабхупады, она пришла в Навадвип Дхамму, чтобы получить даршан лотосных стоп Горкишоудас Бабаджи Махараджа. И Горкишоудас Бабаджи Махарадж был в Кули, в Навадвипе, на том берегу реки. И Бхагаватима пришла из каким-то подношением, фруктами или что-то там, и поклонилась его лотосным стопам. И Горкишоудас Бабаджи Махарадж спросил: «О, мать, зачем ты пришла в Навадвипу? На рынок?» Поскольку в Навадвипе большой рынок, всякие гамчи продают из колокольного металла, всякие вещи. И вот он спросил: «Зачем ты приехала в Навадвипу? На рынок ли?» Она сказала: «Нет, я пришла к вам, чтобы получить ваш даршан. Как ты ко мне приехала? Ты разве не знаешь, что вечный спутник Гауранги живет в твоем доме? Ты что, не знаешь об этом? Гуру Паршад там внутри твоего дома, а ты приехала издалека, чтобы поклониться мне. Зачем?» И не только это, а также Шрила Бхактивинод Тхакур иногда он благословлял Горкишор Бабу. Если я буду объяснять это глубинное значение, это займет долгое время. И смотрите, какие-то люди говорят, что Горкишордас Бабаджи Махарадж полностью отречен. Бхактивинод Тхакур тоже совершает баджан, но не так отречен. Шрила Прабхупада говорит, что это глупо. Можно
видит, что та вайрагия, которая в Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, та же вайрагия ничем не меньше, она в Бхактивинода Такуре, она внешне только в различном проявлении, но сама вайрагия, само отречение, оно то же самое. Поскольку Шрила Прабхупад говорит в жизни моего Гурупад Падмы Шрилы Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, я видел тоже отражение уникальной вайраги, которая показана Рагунатхам Дасом Госвами. И то же самое я вижу в жизни Шрилы Бхактивинода Такура. Может, проявление немного другое, но по сути это то же самое. Но так он иногда благословлял Гуру Кишор Бабу такими словами. И вот он говорил, что твоя вайрагья может стать успешной. Что это значит? Что Шрила Бхактивинода Такура хотел сказать? Если есть какой-то недостаток отречения в Гуру Кишор Бабе, нет. Те, кто Гуру Варгани, могут понять. Он говорил Гуру Кишор Бабе, что твоя варагья может стать успешной. Она может выразить свою красоту, чтобы люди не занимались каким-то сухим отречением. Они могут понять, что такое юкта варагья для Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа. Для нас это сухое отречение, поскольку внутри Гуру Кишор Бабы это естественно, он ест сухой, невареный, имеется в виду рис просто в реке Ганги. Моет, предлагает гуранги с листьями тулыси, но если мы будем пытаться такое отречение и практиковать, то это причиной падения нашего будет. Люди понимают какое-то сухое отречение и наслаждение, а между этим есть юкта вайрагья, но ее никто не понимает, как правило. И вот Шрила Бхактивинода Такура хотел показать это, чтобы люди не могли понять превратно Гуру Кишор Бабу. Но это очень сложно, и поэтому Шрила Бхактивинода Такура говорит, что обычные люди, они могут... И вот те обычные люди, у которых нет аппарат, если они заинтересованы совершать баджан, то они не могут понять значение этой вайраги. Но если мы делаем все, что для удовлетворения гуранги, то это будет не сухим отречением, а именно юкта вайраги. И вот Шрила Бхактивинода Такура, он написал так много книг. Это моя просьба. И вот Лалита Прасад Махарадж, внешне можно видеть, что он младший брат Шрилы Прабхупады с его прежнего ашрама. И у них своя группа во Вриндаване, также один доктор там и тут. И вот какие-то из них хотели дать мне дневник Шрилы Бхактивинода Такура, но у меня уже был такой дневник от Гуру Махараджа. Обычные люди, если они хотят что-то узнать о Бхактивинода Такуре, они не могут понять, это причина их падения будет. Шрила Бхактивинода Такура, он как маленький ребенок, он писал все. Внешне можно найти какие-то материальные вещи там, и поэтому это моя просьба вам всем. Пытайтесь думать о Ване Сварупе Шрилы Бхактивинода Такура. Не нужно слишком много узнавать о его материальном теле. Толку от этого нет. Как, например, кто-то получил разрешение от Шрилы Прабхупады, можно ли пойти получить даршан Вамшивадас Бабаджи Махараджа или Гуру Кишор Бабы? И Шрила Прабхупад сказал, не нужно. Идти, вы не поймете их настроение, их лилу, и это может быть причиной вашего падения. Бхактивинода Бабаджи Махарадж, он иногда эту
курительную трубку с собой наносил, без табака, просто трубку. И вот этот Вамшивадас Бхабджи Махарадж иногда эту трубку предлагал Гуру Нитаю. Без табака, а просто предлагал. И кто-то, если бы увидел это, он бы подумал что-то, и это опасно было бы. И вот Вамшивадас Бхабджи Махарадж смог понять, что он необычный человек. А Шрила Прабхупада видел, что он преданный, просто ведет себя так. И вот если мы хотим наш ум использовать логическое понимание какое-то, и это логическое понимание не может стоять на пути к абсолютной истине. Я уже говорил, что Шрила Прабхупада, он всегда мог видеть. Шрила Прабхупада мог, он вечный спутник Гуранги, и он мог всегда видеть красоту лотосных стоп Радхарани в Бхактивинода Такуре, и это его подлинное «Я». Не пытайтесь видеть Бхактивинода Такура в другом свете. И вот этот дневник был украден, потом Гуру Махараджа дневники тоже в Америку уплыли. И, но по его милости я смог что-то написать. Если время позволит, я на английском опубликую. Часть из этого была опубликована в каком-то журнале, посвященном столетию Гурудева. И вот Шрила Бхактивинода Такур, он получил дикшу от линии Джанави Такурани Нитьянанда Шакти. В этом тоже можно не понять его, и поэтому моя просьба, нужно знать, что Шрила Бхактивинода Такур, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, он получил дикшу с какого-то непонятного места, там перед Калной, Багнапари Гасаи какие-то живут, но впоследствии Шрила Бхактивинода Такур начал писать так, что все поняли, что их сиддханта очень отличается от сиддханты Бхактивинода Такура. Я не хочу об этом говорить, очень чувствительная тема. Я не хочу спорить с ними и критиковать кого-то. Но я хочу, чтобы мы знали сиддханту Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Если кто-то неправильно поймет меня, думает, что я критикую, но это не так. Это указание Бхактивинода Такура не идти на компромиссы ни с какими материальными сахаджиями. У них свое понимание есть. И придерживаются они такой техники, что никого не критикуют, но чтобы их не критиковали. Но я хочу следовать наставлениям Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Проблема в том, что если я буду критиковать какого-то подлинного вайшнава, то вот следующий день я уже не смогу говорить харикатху. Мы должны помнить это. И вот Шрила Бхактивинода Такур, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И так или иначе, Бхактивинода Такур получил этот титул Бхактивинода Такур. Этот титул он получил из этих госаев Багнапары. Они признали, даже сертификат ему дали. Что Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур, это титул был дан гасаями с Багнапары, но есть колоссальная разница между их сиддханта и учением Шрилы Бхактивинода Такура. Я не хочу говорить об этом, но Бхактивинода Такур в итоге
он говорил очень смиренно о себе. И вот Бхактивинода Тхакур я хотел объяснить вчера, но времени мало было. Но сейчас, сегодня я хочу доказать, что если даже что-то написано Рупой Госвамипадом, Санатаной Госвамипадом, Джива Госвамипадом, но если мы сможем принять прибежище лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Тхакура, то тогда мы получим точное осознание того, что описывает Госвами. Иначе мы только будем наше настроение спора взращивать. Если кто-то спрашивает меня, когда наш Мадхавендра Пурипад родился, в то время Гауранги Махапрабху явления еще не было, и как мы поймем, можем сказать, что Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур, они говорили, что он главная колонна Гаудия Бхаджана, мы не принимаем это, но что делать? Но Шрила Бхактивинода Тхакур и Прабхупада, они уже объяснили, что хотя мы можем найти, что Гауранга Махапрабху он явился позже этого Мадхавендра Пури, но будьте уверены, когда Гауранга Махапрабху родился, намного позже, но во время Мадхавендра Пурипада такого бхакти, такого чувства невозможно было найти нигде. Только если бы он не получил милости Гауранги цвета расплавленного золота, сварна аватары. И вот Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур говорят, что может Махапрабху явился позже, но все же гора аватара, Гауранга цвета расплавленного золота, он уже явился внутри сердца Мадхавендра Пурипада, и поэтому такая экстатическая любовь в нем есть. Не проявлено, даже Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Билвамангал Тхакур, преданный с Южной Индии, он тоже обрел милость Гауранги. Он жил 800 лет назад. Практически на берегу Брамакунды был погружен в свою лилу. А как возможно, что он столько долго жил? И вот там был какой-то преданный Шанкар Бхагавана, 350 лет назад жил Тайланга с вами, какой-то саду. Саду, наверное, к вайшнавам применимо, естественно, конечно, но просто какой-то этот подвижник. Саду тот, кто следует сад-дарме, джава-дарме, бхагават-дарме. Сад-дарма значит вайшнава-дарма. Я уже говорил вчера. Шримад Бхагавата Махапурана – это полное объяснение Веданты. Из Гаруда Пураны мы знаем, что Шримад Бхагаватам – это полное объяснение Веданта Сутра. То, что описывается в Махабхарате, мы можем найти точное объяснение. Если мы прямо будем Махабхарату изучать, то можем превратно понять. И вот Артха Айам Брахма Сутра нам. И о Шримад Бхагаватам Махапуране говорится, что это полное объяснение Гаятри Бхашья. Когда мы читаем Гаятри, первый шлока, и вот это первый шлок у Шримад Бхагаватам, а последнее. Сатьям парам дхимахи, это последняя строка.
И вот Шрила Прабхупад говорит, что Бхактивинода Тхакур говорил, что это Шримад Бхагават Джи Махапурана. Это первый шлока, это первый шлока Шримад Бхагаватам. Сама первая шлока, она объясняет. Она указывает на суть Шримад Бхагаватам Махапураны, что там нет, все можно найти в этой первой шлоке. И Шрила Прабхупад говорит, и Бхактивинода Тхакур говорит, что они это гайтри, очень сокровенная. Сатьям парам дхимахи. Дхимахи значит. И вот Шрила Прабхупад говорит, Вьясадев Госвами. Вьясадев Госвами, он не корыстен. Он настолько милостив, что он написал эти слова Сатьям парам дхимахи. Если вообще Вьясадев Госвами, он хочет, хотел бы думать о своем собственном баджане, он написал бы. А в общем, дхимахи он написал во множественном числе, а не в единственном. Это значит, что вы все можете прийти, присоединиться ко мне, и мы все с бескорыстием будем служить этой абсолютной истине Сатьям Парам Дхимахи. Если Бхактивинода Тхакура бы не было, кто бы это мог понять? Бхактивинода Тхакур, он осознал и открыл нам всю сокровенную суть Брахма Самхиты и других писаний. Я тоже хочу рассказать об этом, но времени мало, и Бхактивинода Тхакур, он в итоге рассказал, открыл нам, почему он ждет с огромным терпением, чтобы обрести полную милость Гуранге. Он уже получил милость Гуранге, но все же со смирением он ждет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет. Югала чарана сева шакшо лаха сая асоу бджо расо русикая пада падма срай атро. Атро мане? Атро мане хие. Джатро, такро, атро. И вот слово атра значит здесь. И Бхактивинода Тхакур говорит, что это суро сварид упаканте годруме гауру тирте. What is the meaning? И каково значение этих слов «Суро Шарир» — «Нади» — «Река», «Сура Нади» — значит «Ганга». И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что на берегу Ганги, Гадрумы, в Гадруме, Гадрум-даме, горы Тиртха, место лил Гуранги Махапрабху, и вот находясь в Сурабхи-кунджа, пытайтесь совершать бхакти, чтобы оно явилось во всей красоте в Сурабхакунджа. И вот он пытался совершать служение бхакти. И вот сидя внутри Сурабхакунджа, этот винот Бхактивинода Тхакур говорит о себе, почему. Jugala charano saksha seva? What do you mean? Jugala charano seva saksha lava saya asau. Asau meaning? И вот здесь слово «ашоу» значит, почему Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, почему я нахожусь здесь, чтобы обрести великолепное служение этой божественной чите через Гурангу. Jugala charano seva saksha lava saya. Love asaya. Asaya means hope. Асая значит с великой надеждой. Я жду, чтобы обрести это великолепное служение в вечном мире. Какова техника? Как я нахожусь здесь? Я принимаю прибежище у лотосных стоп тех вража арасиков, тех преданных рупанук.
Ад, значит, здесь я нахожусь. Но будь уверены, что я принимаю прибежище, полное прибежище у тех преданных Раганук. И когда же я могу обрести Гора Крипу? Смотрите, хотя он уже обрел Гора Крипу, но все же он молится, когда спросит, когда же он может обрести эту Гора Крипу. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура объяснял свой баджан, когда, как, почему он находится на берегу Сурабхи. Мы должны помнить эту шлоку. И вот со смирением я нахожусь здесь, на берегу Ганги. Когда же я могу исполнить желание моего сердца? Я нахожусь здесь с великой надеждой. Когда же я стану успешным в исполнении моей мечты? И вот это смиренное настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Но все же Шрила Бхактивинода Тхакура всегда хотел показать нам, что, не приняв полное прибежище у Харинама Прабху, весь Рагануга, Рупануга, Баджан — это подобно драме. Jagati Asiya Madhura Naam. Aha. Oh, nice. But you are going for, morning walk. You are not doing this kirtan. И вот это очень прекрасная киртана, но, к сожалению, не все поют эти киртаны, а воспевая эти киртаны, это прекрасный шанс совершить дхампарикраму. И те, кто не совершает киртан круглосуточно, непрерывно, такие люди, нельзя сказать, что они Рагануга Бхакты. И вот Шрила Прабхупада такое указание дает с утра до ночи. Мы должны быть заинтересованы в харикатхе и в киртане, и они Рагануги. И в чем же признак Рагануга преданных? Без всяких надежд, лапхи пуджи пратишхи, они посвящают все нам. И глупые люди не знают. И Гуру Вайшнава не благословляют нас все время, но как это понять? И мы не понимаем этого. И сейчас я покажу, что Шрила Бхактивинода Тхакура, он помогает нам всем, чем только может. Он столько дал нам, но кто понимает это? Он так много книг написал, так много оставил нам. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура объяснил Брахма Самхиту, и мы вечно благодарны. Гуранга Махапрабху вечно благодарен Бхактивинода Тхакуру. Настолько прекрасное объяснение. Те, кто не понимают Джива Госвами Пада, Шрила Бхактивинода Тхакура пишет: о люди, никогда не пытайтесь понять превратно Джива Госвами Пада, он наш Гаудия Таттва Ачарья. И Бхактивинода Тхакура, он тоже Таттва Ачарья, как Джива Госвами Пад. Но так или иначе, Бхактивинода Тхакура говорит: Джива Госвами Пад наш Таттва Ачарья, и также у него есть вечное служение в Нитядхаме, он Виласа Манджари, Шрила Бхактивинода Тхакура Камала Манджари. И у него не может быть никакого неправильного представления о Нитя Лиле, поскольку он видит эту лилу в Галукадхаме и описывает. Он видит. Сейчас мой вопрос вам: как это возможно было для Дживы Госвами Пада
написать Шатсандарбу Сарвасамбадини. Если я спрошу, как это возможно было для Дживы Госвами Пада составить всю Шатсандарбу там, где никаких библиотек не было, вообще ничего не было, только емкость воды у него была. И как это возможно было для Рупы Санатаны написать столько книг? Они вечные спутники Гуранги. Гуранга Махапрабху также дал указание, когда Санатан Госвами и Рупа, они молились Гуранге. Они говорили, что мы обусловленные души. Как мы можем составить все эти шастры? Это невозможно, если ты, если вы поместите свои лотосные стопы ко мне на голову и благословите нас, то тогда это станет возможным. Рупа Госвами Пад, он со смирением перед тем, как написать Расамрита Синду, он сказал, что я бесполезен. И вот об этом я завтра буду говорить. Сегодня времени мало. И вот он говорит, что я глупый, бесполезен, но все же по милости Гуранги я позабочусь. Я попытаюсь написать эту Расамрита Синду. И вот Рупа и Санатана, они очень смиренны. И они сказали, что это невозможно, если вы, только если вы поместите свои лотосные стопы ко мне на голову, тогда это будет возможно. И тогда Махапрабху поместил свои лотосные стопы на голову Санатаны. И когда вы хотите что-то написать, какие-то, и тогда нужно молиться, и тогда по милости Кришны все явится в нашем сердце, понимаете? Как это возможно для Дживы Госвами Пада? Он был в какой-то деревне, в очень отдаленной деревне во Вриндаване, в Байгауне, там вообще никаких удобств, вообще ничего не было. И как он написал в Сисандарбхе, это милость Гуранги. Если вы хотите что-то написать, тогда по милости Кришны вы можете видеть все в вашем сердце, явится вся татва Сиданта. И также Шрила Прабхупад хочет что-то сделать, или Бхактивинода Тхакур, то они по милости Гуранги Махапрабху это ясно и четко видят в своем сердце. И поэтому их писания, они уникальны, и огромная сила в их словах и поэмах. А те саду, которые не находятся не в линии Рупануга и Бхактинодары, как они могут сказать что-то о различной татве? Это невозможно, мы должны подумать и решить. И вот сейчас я хочу еще сказать несколько вещей. То, что Шанкарачарья, он пишет так много из Упанишат, и он выбирает какие-то слова со слог с Упанишат, которые благоприятны для него, чтобы утвердить Майваду. Но будьте осторожны, Шанкарачарья, он не затрагивает даже ни единого слова из Шримад-Бхагаватам. Шанкарачарья ни единого слова из Шримад-Бхагаватам не касается, поскольку Бхагават Махапурана, она, это не что иное, как сам Шри Кришна. Шукадев Госвами говорит, Кришна Паривартита, Кришна явился в этой форме, в форме звука. И вот Шанкарачарья, он всегда избегал Бхагаватам, но Упанишады и Веданту он очень уважал, чтобы установить свою Майавада Сиданту. И среди этого я несколько произнесу. Что ты тот
тот Брахма. И вот он объяснил этот шлоку, что вы Брахма, но Гауди Вайшнавы объясняют, что вы его, что все дживатмы, они все Кришны. Вот, то есть вы не Брахма, а по качествам подобны ему. This kind of different selected sloka, Shankaracharya going to select from Upanishad to establish his Mayavada. Вот Шанкарачарья выбрал эти шлоки из Упанишад, чтобы утвердить свою Майаваду, но мы не можем использовать их. И так или иначе, несколько доказательств я могу привести, что материалисты, они спрашивают, говорят, что Джива Госвами Пад, он не следовал Санатане и Рупе, поскольку Джива Госвами Пад говорил о Сакьябаве, а Рупа и Санатан, они всегда о Параки. Мы пару лет назад уже обсуждали это в день Гура Пурнимы, но все же я хочу сказать сейчас, что без милости Шрилы Бхактивинода Тхакура мы слепы. И может быть так много того, что написали Госвами, но понять это, а правильно понять, тем более сложно без помощи Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. И вот сейчас Бхактивинода Тхакура. И вот эту шлоку я попозже объясню. Эту шлоку Шрилы Бхактивинода Тхакура очень прекрасным образом объясняет, что нет никакой возможности превратно понять Джива Госвами Пада. И вот он говорит, что Джива Госвами Пад хотел защитить тех глупых людей. И вот Джива Госвами Пад хотел защитить этих глупых людей. Они не понимали и превратно понимали. И поэтому они могли превратно понять Гопи Радхарани. И поэтому Джива Госвами Пад, он привел такой аргумент, чтобы люди неправильно, чтобы не смогли неправильно понять. Но все равно они смогли. И Бхактивинода Тхакура, он настолько просто и понятно пишет, что даже такие глупцы, они то поймут. И они поймут, что плохо критиковать Гурваргу. У нас нет, как мы можем понять настроение Джива Госвами и его чувства. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит не подробно, а кратко. Я расскажу об этом. Джива Госвами Пад, он хотел спасти тех людей, которые всегда заняты аргументами. И вот Джива Госвами Пад, он на 100%, не на 100%, а на 1000%, он Рупануга. Он лучший из Рупануг. В то время как мы, Гурварга, она пишет, и вот Гурварга написала пранамантру Шрилы Бхактивинода Тхакуру. Там есть такие слова: Рупануга Варайте. Это значит лучший из Рупануг. И Бхактивинода Тхакура также говорит, что Джива Госвами Пад лучший из Рупануга Ачари. Нет, просто Рупануга, а лучший из Рупануг, но глупые люди не могут понять, почему Шрила Бхактивинода Тхакура, он, а почему он написал так, чтобы утвердить свакью. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит так или иначе. Люди говорят, есть свакия и паракия в Бума Вриндаване. И вот мы можем найти паракия Бабу в Бума Вриндаване, но Джива Госвами, почему о свакии говорил? Бхактивинода Тхакура приводит свидетельство то, что паракия Баба
где есть какая бава в Раджадаме. И та же самая бава изначально на Галоке. И этот Вриндаван и та Галока, они не отличны. Единственная разница в том, что где Сваруп Сиддхи, Васту Сиддхи. И если кто-то посмотрит, то могут обнаружить какое-то осквернение, поскольку это по воле Майи. Какая-то смесь там, поскольку это Йога Майя так сделала. И здесь мы находим, что Радхарани, это жена Аяна Гоша, я в какой-то день могу объяснить, в это Радхаштами я занят был другой темой, на следующий Радхаштами я объясню, почему Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада хотели сказать об этом, и о том, как скрыто Радхарани хочет служить Кришне. Я хочу это рассказать на следующее явление Радхарани. И вот смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, какая бава и есть в этом Вриндаване, то эта бава, она, несомненно, присутствует в Нитьядаме. И Джива Госвами Пад говорил о Свакия Баве, поскольку на Галоку Вриндаване нет Аян Гоша, нет Джатилы Кутилы, нет Камсы, ничего нет. Только бава. Чувство есть, что у меня есть муж, что будет, если он узнает, что случится. И это бава страх. Она наполняет, насыщает эту паракия баву. И Джива Госвами Пад он объясняет, так или иначе. Согласно этому объяснению этой шлоки, Кришна и те гопи, их Сваруп Шакти не отличны друг от друга. У них не может быть никакого мужа вообще. И поэтому Джива Госвами Пад сначала говорит о том, что они... Он сказал так, чтобы спасти нас. Джива Госвами никогда не говорил, что Паракия Бавы там нету. Это мы неправильно поняли. И вот Паракия Бава, она здесь в Гома Вриндаване. А изначально она и там тоже есть. А это поскольку без этой бавы в Чайтанья Чаритамрите мы находим. Если бы Паракия Бавы не было, то великолепие расы, такой преполняющей расы мы не могли бы найти. И вот вчера я хотел много вещей сказать о Дживе Госвами. Но времени мало, я прошу прощения у всех, на сегодня конец, и вот в начале всего мы должны понять, что Шрила Бхактивинода Тхакур сказал. Дхана дживана джоувана раджа сукам нахинитама нукшанара насупарам тежо грамма катасакалам бипалам бажо годрума канана ранживидум бажо годрума канана ранживидум бажо годрума канана ранживидум ванчакалпадарусе кипасиндбевача патитананг паване бхувишна бхио намо.